Инвестиционный климат в Алтайском крае станет теплее. Сегодня губернатор региона Александр Карлин и сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Сергей Недорослев договорились вместе поддерживать инновационные предприятия региона. Свои намерения они скрепили на бумаге. На заводе редукционных охладительных установок сегодня много гостей. Председатель общественной организации «Деловая Россия» Сергей Недорослев на предприятии впервые, а в целом Алтайский край хорошо ему знаком, ведь он отсюда родом. Будучи предпринимателем, Сергей Недорослев знает, насколько бизнесу важна поддержка извне, особенно если он инновационный. Продукцию завода «Роу» эксперт оценил высоко. Что мне очень понравилось вот конкретно в этих изделиях, поскольку высокая точность обработки, я бы сказал, даже это не импортозамещение, это мощный экспортный потенциал. То есть сразу техника разрабатывается таким образом, чтобы быть нацелены не на какие-то локальные рынки. Они могут занимать нишу на международном рынке, что очень важно, в принципе, для любого изделия. И эта перспектива вполне реальна. Ежегодно объем продукции, а это элементы трубопроводов, клапаны, задвижки и затворы, увеличивается. Сейчас мастера осваивают литье новых марок стали, востребованных в Европе. Мы планируем построить на данном предприятии инжиниринговый центр, да, то есть концентрировать все усилия в одном здании. Там будет располагаться примерно 150-200 инженеров высококвалифицированных. И мы готовы будем через определенное время производить новые продукты. В прошлом году индекс промышленного производства в регионе составил 118%. Но дополнительная помощь в привлечении инвестиций и продвижении на международные рынки не помешает. В этом и задача «Деловой России». Поддержкой смогут воспользоваться малые и средние инновационные предприятия. «Деловая Россия» изначально была сориентирована на формат среднего бизнеса. И жизнь показывает, что именно этому элементу нашей экономики в последнее время удается наиболее эффективно развиваться. И от этого формата бизнеса очень многое зависит в контексте инноваций. Губернатор Александр Карлин и Сергей Недорослев подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшем будущем они займутся разработкой конкретных мер поддержки бизнеса. Ольга Деянова, Алексей Шаульский. Новости.